Всем привет, ребят. Сегодня 1 октября уже, и погода наконец-то немножко устаканилась, стало вот так солнечно, и можно уже померить влажность и, наверное, выезжать косить кукурузу. У нас кукуруза сухая, мне кажется, стоит уже очень-очень давно, но из-за того, что были дожди, мы даже сюда не ехали. Вот уже, наверное, сколько, 3 дня без дождей, так, чтобы уже прям солнышко светит. Сейчас вот с Мариной приехали, сейчас проверим влажность кукурузы и будем знать, можно ли ее убирать или нет. Мы на этом поле уже много раз с вами были. Я вам показывал. Это, конечно, край здесь пореже немножко, ну, а вообще достаточно такая густая кукуруза. Вот возьмем любой качанчик и сейчас... Или как их еще называют? Початки, вот, потому что сейчас будут мне писать. А? Ну, у нас мы их называем качаны, да. Вот так вот, такие. Ой, мне кажется, что прям уже сухо. Вот есть, которые немножко такие вдавленные, вот так, ну, зерно. А есть вот такие прям полные. И они прям уже... крошатся сами, вот зерно прям вываливается с початка, поэтому мне кажется, что уже прям все сухо. Давай я сейчас сразу сюда сейчас выставим на кукурузу. Кукуруза это 8, вот так, и сюда налущим. Вот прям лущится, видно, что уже прям сухое, можно хоть завтра выезжать косить. Вот так. Элеватор принимает кукурузу по 7, но это с НДС. Если без НДС, то делить на 1,14. Не знаю, как другие элеваторы, у нас здесь принимают так. Так что вот так. Просто проверим влажность и все, и поедем обратно. Мы еще не выезжали сеять пшеницу. Только вчера подготовили площадь, потому что семечку мы скосили сразу прям перед дождем. Вот только докосили, и в ту же ночь пошел дождь. Поэтому поле, а у нас, ну, из-за севооборота площадей-то немного, и мы после семечки сеем пшеницу. Поэтому пока земля просохла немножко, и только тогда выехали трактором, задисковали в 2 следа, чтобы было ровнее. И, наверное, тоже на днях уже будем выезжать сеять. Вы видели, пшеницу посевную привезли, так что работаем потихонечку. Ну, качанчик получился. О, еще рассыпал. Вот так. Как вы думаете, какая будет влажность? И как вы считаете, какая должна быть влажность у кукурузы, чтобы можно ее было убирать? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А я вам просто скажу влажность. Мне интересно, много ли из вас знают, какая должна быть влажность кукурузы при уборке. В общем, включаем, да, power и клацаем на... А, тут 8 и стоит. Тогда ждем. А, это Валерий Иванович приезжал, тоже проверял кукурузу сегодня, поэтому 8. Вот, смотрите, кукуруза это 8. И вот такая влажность. Ну, единственное, что я могу сказать, что влажность уже прям низкая. Можно было еще вчера начинать косить. Так что, вот так, сейчас позвоню. И будем уже решать. Ну, этот качанчик тоже заберем сейчас. Курам потрощим. В общем, сейчас позвоню и будем уже договариваться, на какой день. Ну, я думаю, хорошо бы было уже завтра выезжать. Какая должна быть? Нет, влажность должна быть выше. Я потом тебе скажу, какая. Напишите, пожалуйста, в комментариях, при какой влажности можно убирать кукурузу с полей. Ну, вот так. По урожайности я вам тоже сказать не могу. На некоторых вот есть по два початка. На некоторых завязывалось по 3, по 4. Но по 3, по 4 нету. Есть початки, которые покрупнее. А есть початки прям мелкие. Ну, посмотрим, что соберем, то и будет. Вот так, небольшой ролик с поля кукурузы. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока.